В Бирске прошла традиционная спартакиада инвалидов Новосибирской области, уже седьмая по счету. 198 спортсменов состязались в жиме лежа, стрельбе из пневматической винтовки, дартсе, шахматах, шашках и лыжных гонках. С подробностями мои коллеги. Седьмая областная спартакиада инвалидов собрала порядка 200 человек в Бирском физкультурно-оздоровительном комплексе «Восток». Формат соревнований из года в год не меняется. Виды спорта, в которых состязались участники, остались прежними. Жим лежа, стрельба из пневматической винтовки, лыжные гонки, дартс, игра бочча, шахматы и шашки. Соревнования проходили на нескольких площадках. В жиме лежа конкуренция высока. В этот раз победителя выявляли не по весовой, а по абсолютной категории. Абсолютная категория подразумевает соотношение собственного веса к поднятым. То есть там будет считаться процентовка по формуле Уинса, по-моему. Вот. Поэтому сказать, вот кто выйдет, тут бывает иногда, кто имеет легкий вес, порой больше преимущества по отношению к тем, кто более тяжелый. По итогу в жиме лежа бирчанин Александр Рогов взял бронзу. А лучший результат показал участник из поселка Кольцово Николай Вишняков. Для меня это как бы такой проходящий турнир, да. Как бы я чемпионат России готовлюсь, да, там, чемпионат Сибирского федерального округа. Как бы. Сейчас только форму набираю. Лучшая сумма 190 жму без экипировки. Вот. В категории до 90 килограмм. Среди участников спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением интеллекта, слуха и зрения. Количество их несколько уменьшилось в сравнении с прошлым годом, что огорчает организаторов. Для того, чтобы принимать участие, нужно тренироваться. Не везде есть условия для тренировок. А неподготовленному тоже не хочется ему приезжать. Следующий фактор – это то, что очень многие просто уткнулись в планшеты, в интернеты. И уже двигательная активность, даже она им необходима, они все равно не могут себя заставить. То есть это накрывает как здоровых людей, так и людей-инвалидов. Сами спортсмены отмечают, что победа на таких соревнованиях, конечно, важна. Но все же большинство приезжают не только за медалями. Победить свою лень. Это в первую очередь. А потом уже, ну, никто для другого этим не занимается. Только для себя, для своего здоровья, для того, чтобы быть уверенным в себе, чувствовать себя нормально. Занимаюсь пауэрлифтингом, тяжелой атлетикой, потому что для меня это, мне это очень, говорится, в пользу, нравится. Многие говорили, что ты не сможешь, там будет, ну, не справишься. Я сказал, да ну, справлюсь, говорится. Спорт – сила, в спорте сила. Занимайтесь спортом. На протяжении двух дней участники спартакиады выясняли, кто из них лучший. По итогу бирчане стали первыми в командном зачете. На втором месте участники из Искитима. Спортсмены из Новосибирского района взяли бронзу.